распаковка видеорегистратора CS8000L из магазина itchbuyer.com. Так, вот такой видеорегистратор стоит примерно 30 баксов в интернет-магазинах. Что написано? Blackview. Но он, наверное, у них аллюзия к корейскому производителю видеорегистраторов. У них там есть Blackview, кажется. По-другому чуть пишется. Вот такая коробочка. Типа не no name, типа фирма. Да, типа мы ее как регистратор в случае ДТП можем использовать как на камеру. Отдыхе. И как флаг видео на отдыхе, и как фотоаппарат. Просто фотографировать. Ну давай посмотрим. Так, так, упаковали вот они вот в вот таком мешочке. И вот такая слабая, покажи. Слабая защита. Это даже не пупырка, это вот просто уплотнительный материал. Ну вот, когда у нас пришел этот регистратор, там-то вообще только коробка была. Ну да. Так, что есть в комплекте? В комплекте у все нас... целое пришло. Так, это зарядка. Так, питание микро или мини? Так, это опять мини-USB. Вот. Зато совместимое с G1W. Не отсоединяется. Угу. Поехали потом дальше. USB, мини-USB. Потом у нас подставка. Вот такая вот. Видно? Угу. Так, что у нас еще здесь? Это у нас HDMI. О, HDMI кабель. С GW1H не ложили кабель. Так. Не клали. Манул. Вот. На русском что-то есть? Да. Написано манул. Вот, есть на русском. Исполнен данную продукцию используют в настоящем высоте. То есть 1080 точек он должен поддерживать. Ну, говорит так. Посмотрим. Та-дам! Так, он меньше, чем G1W, да, по-моему? Так, я скажу, на вид он симпатичный. Такой красивый. Тут у него эти фонарики. Что у нас есть? HDMI, Reset, Mini-USB. Угу, понятно. Так, давай пробуем включить. Сейчас я уберу пленочку здесь, а то она будет плохо снимать. Так, смотри, здесь внутри стоит примерно такой же чип, как на GW1H, но неизвестного производителя оптика. То есть чип они примерно указывают, оптику вообще не указывают. Вообще CS8000L стоит примерно в полтора раза дешевле, чем G1WH. Что, не включилось? Mm-hmm. Батарейки, заряда нет, скорее всего. А зарядного с ним тоже нет, да, только кабель? Да, только если через компьютер его. Ага, ну сейчас попробуем включить. Так, а у нас какой-нибудь зарядка есть свободная? Ну, по идее, они должны были положить, не, да. не положили. Нет, да, хотя бы должен был. А с GW1 была у нас зарядка? Нет, зарядки не было с ним тоже. Как бы на них зарядки не идут. Они же постоянного питания идут, да, от прикуривателя. Точно. Но у него должен был хотя бы заряд быть. То есть аккумулятор севший. Да. Аккумулятор, скорее всего, он сам сел. Сейчас его подключим. На нем этот, вон этот, по-моему, производитель указал дату производства. Так, где? Сверху, сверху, вот. Сверху. 14-й год, 6-й месяц, 2-й число. То есть тоже как бы свежак. Да. Ну, первое впечатление. Красивый, маленький, а по качеству пока ничего не скажу. В принципе, мы выложим видео по нему. А давай сейчас подключим этот Орика наш. Возьми Орика. И через него попробуем включить. А ампераж подходит у него? Да, там 5 вольт, а ампер сколько возьмет, столько возьмет. Так, вот это наш хаб Орика для питания устройств. Так, вырубай освещение, наверное, или что-нибудь вырубай. Так даже лучше. Мы сейчас не сотовый телефон записываем. Пах! Не надо пах. Вот. Свидетельство у нас такое же, как на... Может даже прошивка такая же? Скорее всего, давайте отсюда сейчас вставим флеш-карту. Мини-карту. Сейчас, подождите. Кстати, то, что многие регистраторы используют
чип Novatek. Есть преимущество, можно за... Уже выключился? Нет, это я когда вставил, он, получается, перезагрузился? Включился просто. А, включился. В общем, можно менять прошивку в устройствах. Как думаешь, попробуем в G1WH загрузить прошивку от более дорогого устройства? Так, он снимает уже у нас. Уже снимает? Да, 1080 пикселей написано. Вспышка выключена. G-сенсор тоже имеется, как я понял, да? Да. По характеристикам... Вот она, нашла. Угу. По характеристикам он, они примерно со, устройства соответствуют. Здесь чип стоит примерно одинаковый, но неизвестно какая оптика. То есть устройство должно также поддерживать запись на, чисто, на разрешение 1080 точек, это Full HD. Угу. Также есть G-сенсор, GPS-а нет. Он пишет, что у него фото на 2 мегапикселя. Здесь написано. Камера, так, да? А должна быть на 5 мегапикселей. Так, скорее всего, наверное, вот... Ага, он сразу на русском идет. Так. Сейчас посмотрим. Разрешение. Нам производитель сразу на русском языке выслал? Точнее, магазин. Получается, да. Ну, молодцы. Вообще, больше всего эти устройства продаются в бывшем СССР. Может, производитель сразу уже делает? СНГ? Ну, или... Странный СНГ. Так. Менюшка отличается от G1WH? Немногим, так. Очень... Так, я чуть не могу понять, как тут настройки. По-другому как-то здесь. Не то. Вот, да, здесь меню. Меню. Вот она. Ага, максимально он поддерживает 12 мегапикселей. Ну, это будет интерполяция. Так, и, то есть, если он поддержит 5 мегапикселей, почему его не ставить на 5? Как вам видно? Ну, вот как-то так. Так, вот все, что у него есть. 2 HD. На 5 оставь. Давайте. Ну, вообще, какой сенсор стоит, не очень понятно. Производитель заявляет 5 мегапикселей. Ставить выше... А вообще, я вам посоветую, если выбираете регистратор, то выбирайте более меньший размер, маленький. Потому что, не знаю, как в других странах, но в нашей стране вышли законы, что регистратор не должен мешать обзору водителя. То есть, его нужно прятать за зеркалом, либо вот на уровне зеркала, но не ниже. Если будете ниже ставить, получается, уже есть повод для инспектора до вас докопаться. Или просто такие регистраторы, у которых камера выносная, то есть камеру сверху закрепляете, маленькую камеру, а сам регистратор где-то внизу прячется. Да. Вот, вот удобные маленькие регистраторы. Так, посмотрим, вырубится он сейчас. Продержится, не выключился? Не выключился. Так, ну что сказать, цена... Ну, все. Все? Ну, считай, аккумулятора внутри нет. Цена его в полтора раза, чем G1WH. А стоит ли он вообще даже этих денег, непонятно пока. Будем тестировать. Поедем с тем и с тем. Нас интересует ночная съемка. Основной акцент мы будем делать на ночную съемку и читаемость номеров. Ночная съемка, я тебе скажу, что вот тут у него хотя 4 подсветка. Подсветка как бы есть, но эта подсветка не для ночного видения. Это просто светодиодная подсветка и все. То есть ночью она не сильно и выручает. Так. Да, в принципе, подсветки на регистраторах-то не особо важны. Главное их не... Это оптика, чтобы хорошая была. Ну вот фокус. Я боюсь, что оптика здесь главное, что подкачает. Так, теперь мы можем сравнить два регистратора. Да. Для чего мы их взяли? Для того, чтобы сравнить? Конечно, мы выложим видео, а сравнивать будут наши зрители. Да, ну так. И мы в, да, в мы подробном тоже... обзоре расскажем, что из них лучше. Что стоит ли переплачивать более дорогой, да, в полтора раза. Или, может быть, более дешевый. Все-таки лучший выбор. Все, пока.